Слушай, ну мы по душам так уже лет, наверное, 7 не общались, я даже не знаю. Это ну, старая запущенная рана. Ну такая, да. То есть мы как бы вот помирились, увиделись один раз вообще случайно совершенно, пожали руки, как бы обид ни у кого нет друг на друга. Но мне, на самом деле, понимаешь, есть реально люди, вот представь, 11-й год, допустим, человеку было сколько лет, ну 15, да, представим, смотрел он видос, сколько ему сейчас получается, плюс 13, это 28, да, прикинь, под трицарик. А он смотрел тогда эти видосы и кайфовал там. Ну, вот как вот подошел человек, сказал, вырос. Вот, да, вот ты, по-моему, сказал, или кто? Вот. То есть, ну, то есть есть такие вот ребята, которые помнят эти вот прям старые видосы. Я их очень ценю, потому что, ну, знаешь, как, ну, все равно первое... Это творчество я не люблю называть, потому что, ну, что там, в игры играем, как бы... Это не творчество, это все равно творчество. Ну, неком... это приносит душевную радость, значит, это творчество. Ну, возможно, да, но просто я так, знаешь... Немножко, опять же, по-скромному, может, выражать. Ну да, пусть будет творчество, которое приносило людям в тот момент радость, да, какое-то наслаждение. И я это очень ценю, очень благодарен своим там старым зрителям, которые это все помнят. Ну, так сложилась судьба, короче.